Всем привет! Сегодня вот мы с семьей приехали отдохнуть. Есть такое замечательное место в городе Жлобине. Находится в Больших Рогах. Можно покататься на конях, покормить их, приехать с ребенком и просто насладиться отдыхом. Проведем этот день, поснимаем, и кому интересно, могут также приехать сюда и отдохнуть. Они все пришли сюда. Они делаются. Вот такие вот красавцы у нас. Пока не знаю, как их зовут. Красивые, мощные, доглеженные кони. Хорошие. Че кусаешься? На. Кусается, отгоняет, да. Конкурирует. Корми. Ну, потом будет. Ну вот так вот можно покормить морковочкой. Папа, я хочу покататься. Идем, я тебя посажу. Эй! Остаться, может, с теми, которыми будем кататься. Если ее посадить, я думаю, что вы ее туда не снимете. Ну это так. Не, так мы две возьмем. Началась наша прогулка. Анастасия она рядом как-то может подъехать или она следом будет идти? Я просто ее просто ногами вот так вот по боку, да, и она рядышком там. Ну ладно, мы так вот будем идти. Привет, Анастасия. Я понял. Вообще во время движения лошадей можно гладить? Или не рекомендуется? Я понял. Тихо, 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 тихо. Реально управлять надо, да? Идем. На. А ногами по бокам получается или как правильно? Вот так вот? Пятками даже? А ей не больно? Я понял. Просто. Я понял. Жалковато, непривычно все-таки первый раз. Чуть-чуть и дает понять, да? Я понял. Настюш, веточки, согинайся. Надо обрезку деревьев сделать по ходу движения.
На. А, малыш тут. Татьяна Александровна. Ты что на маленького не садишься? На, я тебя посажу, давай. Давайте это. Так, это тр. Да, стоп. Две на себя, да? Все. Давай, Танюша, я тебя посажу сейчас. Я сразу сделаю. Посмотрите, так, как мне сло... Не, расскажи. Ноги со стремян вынимаем. Так. Руками здесь опираемся. И ту ногу через зад и спрыгиваем. И просто... Ой, спрыгиваю, да? Да. Опа. Понял. Так, сейчас... А мне теперь надо залезть? Так, сейчас я расскажу. Хорош, хорошая моя девочка. Папа, смотри. Мы на ежнике. Папа, мы на ежнике. Нормально все, да? Только три лошадки. Хорошие, красивые лошадки такие. Гладь, гладь. Ты куда? Я как тебя тут. Мама, собаку. Я, если честно, ни разу в жизни не катался. Собака. Ну, как бы есть желание даже вот так вот как-нибудь. Может, если по обучили это трусой пробежаться. И такой легкий контакт с аркомовкой. Шелко вот не провисал, это уже ничего не урона, вот смотрите. А где собака? Короче, лошадь будет идти, будет седло ходить зад-вперед. И как бы вы должны тазом вместе с лошадью идти. Для этого достаточно, на шагу достаточно расслабить. Папа, просто спину. Папа, где собака? Ну я, в принципе, ехал удобно, комфортно. Держись за вот такой, за стеночки, ага. Все? Иди. Пошли. Ты же, если тебя немножко повернуть, ту натянула. Если повернуть в эту сторону, эту натянула. Да, на двух лучше, конечно. У вас осенью грибы здесь растут? Боровики? Я понял. Тут только нелегального дерева, если я не вижу такого. Наклоняйся. Молодец. Анастасия, с наступающим тебя днем рождения. Ты хотела эту прогулку с мамой? Я рад. Такая вот красота у нас. Так ты же это правее ему делай. За эту правее тяни, вон. Мама с таким же ребеночком. Классно когда так, да, покататься вот, знаешь, конечно, я на свой фотик сейчас пофоткаю. Ты что? Ну вообще это владеть мастерством, например, их правильно установить, седло там туда-сюда затянуть. Сколько по времени надо? Чтобы научиться? Но. Пара, два.
И все, ну, и по... Я, кто тренируется, я как бы показываю, потом они уже сами чистятся, седлаются. Ага. Сами, ну, буквально 2-3 раза еще. Там первый раз посмотр, второй сами потренируются, третий как бы там такой, еще помогу что-то. Ага. Пошли, где-то что-то иногда подобываю. Скажите, нравится вам возить Татьяну? Скажите, Татьяна, вам нравится ездить на лошадях? Не знаю, мне страшно. Ничего страшного, ты же смотри, управляй веточки. Настя вообще обалдеет, да? Анастасия, скажи, тебе нравится? Да. Ты довольна, да? Держись. А твои лошадки нравятся? А как ее эти ветки? Ну, наклоняй, положись на машину лошадь. Вот так вот. Ну, ложись так к лошадке, да? Глазки вниз. Оп. Молодец, что капюшончик я сделал. Оп. Тихо, тихо, ничего страшного. Малыха. Да, и ты с нами. Надо как-то с кумом собраться, приехать. Трусы же на них тоже можно будет прокатиться. Нет, понятно. Куда ты ее управляешь? За мной. Мама, я тоже смотрю, я пишу колеса. Да? Я уже так серьезно, 100 лет. И больше 200 лет жизни дала. Ничего, немножко занят там. Освободиться, встретимся. Друзья, советую с детьми приезжать, отдыхать. Конная прогулка, она на самом деле расслабляет. Смотря кого. Освобождает от негативных мыслей, от негатива и оставляет только позитив. Конечно, это того стоит. Не обязательно иметь свою лошадь, лучше приехать и отдохнуть на денек, можно даже на часок, можно и с маленьким ребенком, как видите. У меня всегда боязнь была лошади, это когда они задней ногой если саданет, вот это вот была всегда такая боязнь лошадки на самом деле. Ну посмотришь роликов всяких, насмотришься, хотя вот сказать, что эти нормальные, эти нет, но как бы надо подсадить сзади, надо смотреть на поведение. Вообще ни одна лошадь не любит, когда сзади. А дело в том, что у них зрение, как бы у них сзади мертвая точка. Ага. И они просто не знают, кто это. Да, и они как бы психология жертвы у них, они травоядные. Ну, я понял. Когда сзади подходишь, нужно всегда кликнуть лошадь, чтобы она увидела, ну хотя бы вернулась. Что это человек? Да. А так у нее как бы принцип такой, бей и убегай. Я понял. Особенно у диких лошадей, да? Ну да. Ну это, конечно, уже домашние. Ну и тоже, если резко сзади, то... Ну, испугнуть, то может и садануть. Ну, эти-то могут просто убежать, но ну, есть разные способы. Друзья, мы уже заблудились. Это мы кругаля дали, уже почти пришли? Или как? Нет? Я... если честно... В этом районе, наверное, за сколько я живу в Жлобине за свои годы, первый раз. Вот на самом деле. Не, я знаю, вот частный этот сектор, что сейчас далее строится. Я здесь первый раз. Девчухи. Едем, едем, она что-то кушает.
полынь или что она кушает. А ей можно это, не? Ну, нежелательно, да? Эй, а что она спала? Малышка кушает. Малышка кушать хотела. Прогулялась. Малыха захотела попить молочка. Сейчас. Проголодалась маленькая. Это дочка, да? Жеребец, да? Сынок. Сыночек захотел попить. Мама терпит, ждет. Да его погонять бы, да? Вот я бы хотел бы, если честно. Только в поле каком-нибудь, в чистом. Давайте поближе так, чтобы... Классно. Все, поехали. Ногами, ногами, тук-тук по бокам. Пошли, пошли. Хватит спать, пошли. Ногами. Напьется еще. Собаку вашего как зовут? Кира? Кира. Похоже, у меня как-то в свое время у родителей, у матери на даче такой, как-то его черныш. Черныш, наверное, был. Такой преданный собака был. Жук. Жук звали, тоже черный. Такой вот, именно вот такой вот породы. Преданные собаки. До последнего он там. Ага. Ну молодец, она такая благородная. Ей здесь видно, что ей... это ее. Ей здесь нравится. Ее как-то тут покрыл этот породистый собака, белый. Ага. По ней. Ну. Да. Нравится. Ну, значит, мы еще не... мы еще сюда приедем не раз. Я... ну. Она уже у тебя с собой. Профессиональная фотосъемка. Настюшка, ну? Скажи, я в день каталась бы, да? Наш ребенок счастлив, так? Хороший подарок к дню рождения тебе такой, предподарочек. Понравится, да? Не... любит он лебедушку, да? Вон собаки бегают. Постоянно. Где собаки? Это овчарка. Это ухажер, наверное. А, облизывается. Хорошим. А малыша как зовут? Хабаров. Как? Хабаров. Хабаровск? Честь российского города? Балтия, Хабаровск. А в связи с чем, ну, все равно какая-то же есть предыстория, что имена дают вот городами. Нет, это не городами. Дело в том, что имена даются, короче, берется имя кличка кобылы, кличка жеребца. Ага. Берется, должна быть, жеребенка должна быть первая буква либо жеребца, либо кобылы. Ага. И в середине должна быть ну, первая буква, ну, второго. Я понял. Вот. Ну, и уже из того, что там, ну, есть... и же подбирают... Вот, видите, даже ну, не... Ну, такой, как бы, жеребенок серьезный, я надеюсь, поэтому, ну, и имя ему такое.
я понял, Хабаровск. В Эмиратах особенно ценятся лошади. Ну что, Танюха, стукнуть по попе, чтобы поехала быстро? И го-го, и погнали. Вы меня вытесняете, могла бы повернуть. Да? Сейчас. Сейчас. Да мы, если что, остановимся, я вас пофоткаю, чего переживаете? Сейчас в лес заедем еще туда. Ну, там встанете, я вас отдельно уже стоячими. Завод чей-то там. А чей-то коптит, непонятно. Ну-ка, Настюш, хвост и грива у меня. Тихо, веточка. Хвост и грива у меня. Как у всякого. Но зато... Ну зато такого рога нету, и у носорога. Я злодеев им бодаю. Я злодеев им бодаю. А хороших я... Катаю. Знает в мире чудес дорожку. Знает в мире чудес дорожку. Сказочный. Единорожка. Молодец. О, слушайте, вам реально надо придумать тут коню. Рог делать. Ну как маркетинг тут. Да. Почему бы нет? Все. Я бы только единорожки. Вот. Не, классно. Здесь хороший район вот в плане. Стратегически есть где походить. Да, именно вот для этого хозяйства и дороги, и это, и а это. Ходить не устал? Там, где тренироваться, там очень хорошее поле. Ты ходить ну. Не устал? Не, мне в радость. Мне с вами в радость. Папа, а где мы остановимся? Он, малыш бежит. Ну, сейчас остановимся, пофоткаем. Ты идешь на удобрение сюда. Ну... Сзади хочешь, мама спереди? Надо, чтобы мама тогда спереди обогнала. Да, мама, я хочу, чтобы ты я сзади. Обгони, попробуй скрыть. Тебя же есть, ты хоть поуправляй немножко. Я управляла немножко. Ну, возьми его. Вот. Да. Правее, левее. Возьми сейчас правее. Правее потяни, тяни, тяни. Правее. А? Сзади ехать хочешь? Надо, чтобы мама обогнала. Сейчас мы тут на дорожке пофоткаемся. Держись, держись. Не устала еще? Молодец. Пускай катается. Папа. Когда будем. Еще накатается. Поеду на маме. Тебя же управлять же надо. Возьми сюда правее, обгони. Но ногами. Тык-тык полетела и полетела. Ну, не бойся. Давайте хлыста тык по попе. И умчалась вдаль. Папа, где мы остановимся? Ну катайся. Папа, мы слишком быстрые. Давай остановимся по фоткам. Ага, мы решили поесть. Пошли, мама, вперед.
чтобы Настя сзади хоть немножко. О, все, а мы за тобой пойдем. Иди. Так там. Давай его. Приторможу его немножко. Не надо, все. Все. Ну так я ему просто даю понять, чтобы он не сильно торопился. Папа, руку убери. Папа, убери руку. Убрал, Настюш. А. Бери руку. Ну, и... Больше не бери. Он обходит кусты. Я понял. Ты понимаешь? Он... Держись. А собака сзади тебя. Это хорошо. Что? Держись, моя большуха. Ты вообще уже, да? Может, ты в будущем будешь на кониках управлять ими? На конях? Мне кажется, наоборот, я бы... Папа, или я приспособленный просто. Пойдем. Сел бы и поехал. Папа, ну, единственное, папа, понять, как это. Чтобы газ папа, включать и, папа, и тормоз. Папа, а. Где мы фоткаться будем? Фоткаться. Сейчас еще прогуляемся, пофоткаемся. Ты хочешь походить, а я поеду? Ну тогда езжай пока еще, так? Но сделаем фотосессию сейчас. Дядя знает где? О, вот это нормально, я сзади еду. Сзади интереснее? Такой замечательный день. Нормально, он может на солнце выйти, мы напротив солнца играем. Я посижу. Поехали дальше. Конец. Папа, руку убери. Ты уже полностью владеешь? Вот здесь возле этого, там где по суше. А, да? Ну, тут его по суше, но тут колючий вон этот кустарник, да, чтоб может дырки снять. А вот тут вот пойдет. Сейчас я вас на вот такой фон красивым с облаками сейчас там. Настюш. Ну. Ну, давайте немного это. Немножко. Впечатления расскажите ваши от поездки. Давай. Мы успеем пофоткаться. Ваши впечатления. Отлично. Отлично. Анастасия, какие твои? Классно. Тебе нравится? Я понял. Ты хочешь слезть или что, Настя? Нет. Ножки туда оставь, чтобы не выпасть. Так? Вот серьезно, я ехала дорогу. Ну давай твой телефон сейчас. Родители все такие детям. Да не будешь, даже там досадись, да это, ну, а вот, не. Давай я тебя сходку ставь. Настюша одна, молодец вообще. Держись.
Да, я вижу. А в каком году человек приручил лошадь? Наверное, так же, как и пчелы и всю остальную домашнюю живность. Ну ты можешь управлять, заросли вправо, влево. Если вправо потянешь вот эту вот веревочку, да, не веревочку, а вот вправо, она сюда будет провесно смещаться. Объявление. Реально объявление. Ну я слышу, что говорят по громкой. Это на железной дороге. На себя две штучки тянешь, и она затормозит. Да. Ты просто возьми ближе к себе. А вот если хочешь, чтобы она пошла правее, вот так вот. Ту натяни. Все немножко. Ту сторону тяни, чтобы она обошла. Чтобы ты веточки смотри. Конечно, лошадок подковы делают им на ноги, чтобы у них снизу костяная такая отросток, чтобы он меньше стачивался, и если смотря где он двигается, по какой местности. Что у нас, Сюш? Ну ты же им управляешь. Все, он все хорошо идет, не переживай. Что бабушке рассказать, да? Аккуратно. Ну ты же вот, если чуть-чуть сюда потянешь, да, она вот сюда пойдет. Раз, вышла, папа, все. Не тяни. Я тебе показываю, как это правильно управлять. Сейчас придем еще покормим морковочки, отблагодарим их, так? Яблочком. За то, что они нас повозили, я покатали. Ну, вопрос по приезду. Нам еще долго хорошего. Пошли. Маленький стоит. Пошли. Догонят.
ты вообще молодец, у меня как настоящая наездница. Будем чаще приезжать, да? Конечно, будем чаще приезжать. С крёстной. Можно и крёстную сюда вытянуть. Мне понравилось. С Арсением? Да. Ничего страшного. На то и мы рождены, чтобы смотреть. Мусор. Люди мусорят. Смотри, кустики, Настя. Правее возьми. А земляника у нас будет? Осень. Не, земляника уже была. Как летом, когда клубника, тогда земляника была. Даже кушали на даче. Ну, мы в лес не ходили. Землянику мы не ели, у нас нет Правее возьми ко мне. Большуха такая выросла. Кусты это ничего маленькие, а вот большие это нормально уже. Вот сзади нормально, да? Да? А спереди тоже хорошо. Правее бери. Она молодец, да, ко мне. Она молодец. Тоже тебя ведет правильно. Да? Не дается. Ухо не дается. Хороший вечер сегодня, да? Вот думали, дождик пойдет. На самом деле распогодилось. Собирались сюда выбраться покататься, наконец-то выбрались. Я буду знать, где это. Благородные животные, лошади. Рядом с ними как-то спокойно так. Чем прекрасно, например, сегодня у нас 20 августа. В августе это делать, может быть, в начале сентября. Нету комаров. Вообще, вот, можно... Ничто не надоедает находиться на природе и прогуляться, просто отдыхаешь. Не надо махаться, отмахиваться. Почему малыш так медленно идет?
Устал, наверное, он же тоже маленький, вот ему такие длительные прогулки полезны, но устает. В процессе прогулки, как бы не хотелось, все равно проходит адаптация, вот это пропадает боязнь лошадей, и уже немножко становишься к ним ближе. Хороший. Особенно когда лошадь доглежена, вычесана. Что, немножко влево взять? Все, мы тянулись. Да, мы, наша прогулка подходит к завершению. Сейчас мы еще пообнимаемся, пофотографируемся на базе. Устала, что ли? Как-то так. Ходить. Аж непривычно, как будто я вообще ходить не умела. Ну что, мама? Малышка, тебя снять? Я реально попробую еще проехать. Где я тебя сниму сейчас? Вот стой. Спасибо, Энни, что покатала. Спасибо, девочка. Расти своего мальчика хорошего, расти своего мальчика. Да, я то немножко оставлю. Ой, ты как лучше. Балтя, Балтя. А, Балтя. Тебе тоже спасибо, Балтя. Устала. Тут полведра, как минимум, ну. Конечно, аммиак, уборка и все остальное также. А там нету вниз, чтобы стекало? Опилки. Все в опилке, да? Балтия, устала нас катать? Кто на тебе? Это Настя тяжеленькая была, наверное. Балтия, держи, моя хорошая. Держи, моя хорошая. Ты на самое быстрое ехала? На, моя хорошая. Моя, спасибо тебе. Спасибо тебе. Не устала? Хорошая. Красавица. Красавица ты. Красавица. Меняется мнение, конечно, да? Вот я первоочередно боязнь такая лошадей. Уже когда проедешь, уже понимаешь, что... Что, моя девочка, ты хочешь погладить? Ну, не бойся. Погладь. Ты погладила? Папа! Что? Подними да. Меня. С стороны, да. Поднимай. Поснимай. Идем, погладим. Гладь, смотри, как она у нас хорошая. Спасибо тебе. Хорошая лошадка. Приятно было, что ты Настя покатала. Тебе Настя понравилось тоже, да? Не бойся. Ну, вы выстелите. Это не... Да? Такая хорошая. Всего наилучшего. И ту давай погладим. Ту. Ту погладим. А, ну я кадр отсюда, может, возьму на заставку. Вот такой нормально будет. Да? Угу. Хорошая дело. Папа, эту давай погладим. Дай Бог, чтобы оно у вас... Эту погладим. Продолжалось, развивалось и переросло в что-то большее. Давай эту. Друзья, рекомендую. Город Жлобин, конный клуб «Сава». Родители, можно приезжать с детьми. Дети становятся ближе к животным. И пропадает боязнь лошадей. Появляется желание еще раз посетить этот клуб. И спасибо клубу, дальнейших успехов, развития. Ну и хотелось бы, чтобы государство поддерживало такие школы, пусть даже конные. Все. Ребят, всем спасибо, кто был со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
До новых встреч. Можешь еще погладиться. Не бойся. Хорош. Не бойся. Хорош. Давайте Киму погладим. Иди гладь. Идем, папа, Киму погладим. Все, будешь сейчас погладить. Тогда тоже мальчик. Так вот смотри, у них же ребят сколько, да? Смотри. Там же ребенок мальчик, этот же ребенок. И тот мальчик, он, смотри, одни мальчики. Так и четвертый мальчик. Самок почему-то. А почему? Давайте так? Киму поблагодарим за прогулку с нами. Хорош. Папа, давай Киму погладим за прогулку с нами. Хорош мы. Коня. Хорош. Хороший коня. Тебе камера интересна?